На переселение людей из ликвидированных поселков Магаданская область получит более 40 миллионов рублей. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение направить четырем северным регионам 489 миллионов рублей. Средства послужат для приобретения жилых помещений гражданам, выезжающим из поселков и деревень в районах Крайнего Севера, признанными неперспективными до 2012 года. В Магаданской области таких населенных пунктов 4 – Таскан, Кулу, Эльген и Спорная. На сегодня В сегодняшний день требуется расселить 18 семей. Для них Магаданская область получит более 40 миллионов рублей. То есть в настоящий момент у нас Министерством экономического развития и администрациями городских округов ведется работа по уточнению списка семей, по формированию пакета документов. То есть граждане, с ними свяжутся администрации городских округов, они должны будут до 1 декабря в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации, подать заявление к нам Минэкономразвития. Это постановление у нас размещено на сайте Минэкономразвития и находится в администрациях городских округов. Также средства на расселение получат Чукотский автономный округ, Республика Коми и Саха-Якутия. 219 семей, которые не смогли покинуть поселение, закрытые региональными властями, получат жилищные сертификаты на приобретение жилья в центральных районах России.